песня, письмо продавцов ташкентскими фруктами на центральном рынке в Москве. Жорра и Аркадий Вайнер, вам салам алейкум пусть. Мы знакомы с вами в тайне, кодек знаем наизусть. Пишут вам семь аксакалов гиндукушевской земли, потому что семь журналов вас на нас перевели. И во время сбора хлопка, кстати, хлопок нынче шелк, наш журнал «Звезда Востока» семь страниц для вас нашел. Всю Москву изъездил в зиме самый главный аксакал. Ни в едином магазине ваши книги не сыскал. И за эру милосердия, вот за что спасибо вам, дал овечку офицеру и гранатов килограмм. А в конце телевидения клялся волосом седым, будем дать за продолжение каждой серии 8 дынь. Чтобы не было заминок, любите Кюфта Бозбаш, шлите жен центральный рынок, два глава, барашка ваш. Может, это слишком плотски, но за песни про турмы пусть поет артист Высоцкий, два раз больше платим мы. Не отыщешь вашей гранки, и в Париже говорят, впрочем, что купить на франки? Тот же самый виноград. Мы сегодня вас читаем, как абзац кидает в пот. Братья, мы вас почитаем, удивительный народ. Наш кунак сидит в главбазе, там все деньги дребедень. Есть хотите в этом разе, приходите каждый день. Если был бы жив Ниязи, вот тогда бы били связи. Ну а тут какие связи, только с фрукты крупный куш. Вы ведь были на КамАЗе, фрукты нет, а в этом разе приедет.